Упражнение на блоке называется крюк. Ну, ставим верхнее положение, цепляем к нему конусную ручку. Такая ручка, я считаю, что для тебя будет сам раз на укрепление двух этих малых безымянного пальца сердечного. И выполняется это упражнение следующим образом. В динамическом режиме выполняем 10 по 10, то есть вот таких упражнений. То же самое на правую руку. Десять повторений и 10 подходов. Отдых между подходами 5 минут. Но таких включений 10 по 10 мы делаем в этом дню, то есть в пятницу. Третья неделя тонизирующей тренировки. Делаем таких включений 3. То есть утро, где-то приблизительно в обед и вечером. Отдых, интервал между этими упражнениями, между этими сериями, включениями так зваными, приблизительно около 2-3 часов.